Всем привет, ребята! Вы на канале Катя. Сегодня мы будем делать вот такую поделку-матрешку. Но вообще можно сделать все, что угодно. Но суть в том, что она качается, как неваляшка. Сейчас я буду рассказывать, как сделать такую легкую игрушку. Ее сможет сделать даже маленький ребенок. Во-первых, что нам понадобится, это крышечка. У меня будет вот такая белая. Второе, нам понадобится плотная бумага или картон. У меня это будет из открытки. Я здесь сделала вот первую матрешку. Третье, это, конечно же, ножницы. Четвертое, пластилин или клей-пистолет. В моем случае я буду использовать клеевой пистолет. Я положу вот стержень, чтобы вы видели. Конечно же, нам еще понадобятся фломастеры и прозрачный скотч. Приступаем. Мы берем плотную бумагу, берем крышечку и простой карандаш. Я нашла другой картон. Сзади у меня вот такой зеленый, поэтому на нем я и буду рисовать. Мы берем крышечку, ложим ее вот так вот и обводим. Обводить надо не вот так вот прям впритык, а вот поставить карандаш и обводить уже с припуском. У меня получился вот такой кружок. Теперь мы берем крышечку, кладем ее чуть-чуть вот так вот. Ну, чуть залезаю на наш первый круг и обводим только теперь уже впритык. Вот как у меня получилось. Теперь мы должны это все вырезать. Вырезала. Теперь мы должны развернуть на чистую сторону и придумать, что мы будем нарисовать. Например, на первой неваляшке я нарисовала матрешку. Получилось очень красиво. На этой можно нарисовать какого-нибудь зверька или просто разукрасить цветами. Нарисовать своего любимого героя мультфильма, персонажа, либо популярных вот таких котиков, которые сейчас в моде. Они очень красивые и милые. Можно нарисовать какого-нибудь мемного персонажа. В общем, все, что вы хотите. Можно, кстати, сделать котика-неваляшку. Но я буду делать медвежонка. После того, как нарисовали, можно обводить черной ручкой, карандашом или фломастером. У меня получилось вот так. Теперь надо стереть карандаш. Готово. Теперь его надо раскрасить. Это моя самая любимая часть. Буду использовать вот такие цвета. Готово. Теперь нашему мишке нужны ушки. Я нарисовала ушко и нарисовала длинную часть, чтобы можно было прикрепить его. Теперь сгибаю и вырезаю. Вот такие два ушка у меня получились. Теперь их надо раскрасить.
Теперь настало время клеевого пистолета. Берем крышечку и наполовину заливаем клей. То есть вот половина и низ должно быть в термоклею. Либо же можно запихнуть туда пластилин. Вот так у меня получилось. Если вы работаете с термопистолетом, будьте очень аккуратны. Теперь мне надо приклеить ушки. Как это будет? Это будет вот примерно вот так вот. Также другое ушко. Вот так вот у меня получилось. Теперь мы берем крышечку с клеем, либо же пластилином, у кого как. И мы должны ее приклеить вот так вот. Обязательно, чтобы пластилин был вниз фигурки. Я буду приклеивать на клеевой пистолет. Если же его нету, можно приклеить на двухсторонний скотч или суперклей. Но делать это надо только со взрослыми. Как только приклеили, дайте высохнуть, потому что обратная сторона, если вы клеили клеевым пистолетом, она очень горячая. Вот такая конструкция получилась. Теперь, чтобы она лучше ездила, нам надо отрезать вот это, то есть по уровню крышечки. Сильно не отрезайте. То есть и подровнять края, чтобы это смотрелось красиво. Вот так вот. Ну и в итоге вот что у нас получилось. Ну а с вами была Катя. Всем пока-пока. Больше поделок на моем канале.